Михаил Гуляев провел прием граждан по личным вопросам. На встречу с заместителем председателя правительства республики записалось 4 человека. Гуляев внимательно выслушал своих гостей, в отдельных случаях предложил прямое решение проблемы, а в прочих – советы по скорейшему решению вопроса. Для каждого был найден индивидуальный подход. Вопросы имели самый разный характер – от покупки инвентаря для спортивных залов до решения проблем с бесплатным входом в бассейн. Помочь посещение плавательного бассейна Чолпан в бесплатной основе с 7 часов до 8 утра. С 7 до 8 часов утра. Для любителей здорового образа жизни. Вникся пониманием, что население города Якутска желает оздоровить, плавать, бегать.